Бизнес боится возвращения массовых рейдерских захватов. Как заявил в интервью телеканалу РБК, председатель Совета Московского отделения «Опора России» Александр Жарков, это случится, если полиции и Следственному комитету разрешат возбуждать налоговые дела. На прошлой неделе соответствующий законопроект в Госдуму внес президент Владимир Путин. Бизнес однозначно против. Если эти изменения не примут, то в рамках проверки оперативные мероприятия, которые могут проводить сотрудники МВД, будут учитываться для возбуждения уголовного дела. Ну, все остальное приведет к каким-то возможным злоупотреблениям, что, в принципе, самое опасное в данной ситуации, и некому возвратному там, к 90-м годам, что всего больше всего и боятся, то есть каким-то рейдерским вещам, злоупотреблениям сотрудников МВД, которые будут работать в сфере налоговых преступлений. Ранее у следователей уже было такое право, однако они лишились его во время президентства Дмитрия Медведева в 2011-м. С тех пор поводом для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях могут служить только материалы налоговых органов. Однако, как говорится в сопроводительной записке к президентскому законопроекту, изменение системы привело к низкой раскрываемости налоговых преступлений. Также стало трудно использовать в уголовном процессе результаты оперативно-розыскных мероприятий. С этим согласны в «Единой России». Там считают, что без следователей налоговикам не обойтись. Возможностей у оперативно-розыскной деятельности в органах МВД, в органах ФСБ, в Следственном комитете их гораздо больше, чем есть у органов налоговой инспекции. В связи с этим и раньше выявлялось больше таких преступлений, потому что я не думаю, что эти преступления они сократились, и нет лиц, которые скрывают свои доходы, которые уходят от уплаты налогов, то есть совершают преступления именно в налоговой сфере. Законопроект депутаты еще не рассматривали, и когда может состояться первое чтение, неизвестно. Однако, как сообщили источники телеканала РБК в Госдуме, на следующей неделе документ намерен обсудить Комитет Нижней Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. По словам источника, там разделяют опасения предпринимателей и намерены предложить свои поправки в проект закона.